Собираем отходы с любовью. Оригинальные контейнеры для сбора крышек в форме сердец установили в Люберцах. Один из них появился в парке Наташинские пруды, другой в микрорайоне Самолет. Места размещения емкостей выбрали жители путем голосования в социальных сетях. «Добрые крышечки» – это социально-экологический проект по благотворительному сбору пластиковых крышек для помощи детям с особенностями развития. Я надеюсь, что жители активно будут принимать участие в сборе и помогать действительно деткам, которые попали в сложную жизненную ситуацию, и приобретать для них необходимые коляски и так далее, все сопутствующее, что им нужно. Не было централизованного такого места для сбора. Сегодня у нас, благодаря спонсорству «Единой России», у нас получилось поставить два таких контейнера. Контейнеры в форме сердец предназначены для сбора пластиковых крышек от бутылок с напитками и молочной продукцией, а также некоторых непищевых жидкостей. Всем привет! Я Мария Антонова, и вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых важных событий.